Я призываю сегодня присутствующих здесь депутатов Народного собрания все-таки добиться того, чтобы спросили у людей, чего они хотят, куда нам двигаться дальше и что делать дальше. И я поддерживаю выступающих здесь ораторов предыдущих, в том числе и депутата парламента, что нам надо поехать на ближайшее, на одно из ближайших заседаний Народного собрания и потребовать все-таки от депутатов поставить вопрос на голосование и внести в повестку дня его. Я надеюсь, что здравый смысл депутатов Народного собрания возьмет верх. И то, что сегодня там происходит, когда одна из политических партий, не имея ни одного кандидата, которые выиграли выборы и прошли в Народное собрание, вдруг имеет самую многочисленную фракцию сегодня в Народном собрании. Как так? Почему так происходит? Многие ответили уже, да, правильно вы говорите. Денежные знаки решают очень многие вопросы. Поэтому я прошу также внести в резолюцию сегодняшнего митинга вопрос о том, чтобы мы все-таки потребовали депутатов принять это решение. Если депутаты этого не сделают, то требовать роспуска Народного собрания. Спасибо.